вашей игре очень много есть неприятного, но вы иногда скованы каким-то боязнью чувствовать себя свободной. Это как-то этот рассказ переводит в другой план. План более интимный. Нужно быть осторожным с точки зрения хорошего вкуса. Борис Борисович Бехтерев. Студентка 4-го курса. Шопен, 3-я баллада. За проведение сегодняшних мастер-классов. Какие воспоминания
связывает вас с нашим колледжем? Ой, воспоминания. Это был мой первый педагогический опыт настоящей педагогической работы. И воспоминания – это самые приятные. Это был очень приятный коллектив, это была интересная работа со студентами. И, ну, в общем, 2 года серьезные, вдохновленные работы, которые очень-очень остались в моей памяти и в моем сердце. Как бы вы сравнили музыкальное образование у нас в России и за рубежом? Например, итальянскую. Итальянскую школу, да. К сожалению, Италия, она имеет прекраснейших пианистов. Эти Микеланджело, Маурицио Поллини, и сейчас есть несколько замечательных молодых пианистов. Но массовая подготовка, к сожалению, она ориентирована на любителя. И в консерватории итальянской это, в общем-то, какая-то формальная работа. Есть талантливые люди и талантливые педагоги, но, безусловно. Но в массе все-таки учат играть на рояле, двигать пальцами, техника, не объясняя то, что техника – это, в конце концов, техника души, техника выражения того, что мы играем. А их как-то больше всех волнует терции, октавы и вот это. И, к сожалению, тоже и подход такой формальный. Есть программа, вот нужно сыграть то-то-то, и вот люди играют. Как? Это не важно. Важно сыграть по нотам. Вот это меня вначале ужасно удивляло, сейчас я уже привык, потому что в консерваториях итальянских учат недостаточно профессионально хорошо. Везде, конечно. То есть в России больше профессиональный уровень? Культура выше, конечно. Культура выше. Гораздо. А кто для вас любимый пианист, либо их несколько? Вы знаете, трудно сказать. В свое время это был, конечно, Святослав Рихтер. Хотя я в последние годы не все его мне было близко, но в любом случае, конечно, мне это было замечательно, совершенно уникально. Конечно, Медлинец, конечно, замечательно. Из современных я, пожалуй, выбрал бы Евгения Кисина. Вот мы знаем, что у вас есть полная запись сочинений Скрябина. Какие еще композиторы и музыкальная эпоха вам близка? Вы знаете, мне близко все, что я играю. И я бы больше громадным удовольствием просто учил бы, ну все. Что менее близко, как ни странно, я люблю Рахманинова слушать, но играть его не все. Я много играл Рахманинова, но не знаю, что, почему. Скрябин я предпочитаю, и Метнера я очень люблю, да, Метнера тоже давно играл. Но лучше всего я очень люблю французов. Ну, господи, Габахи не бывает, Базарь, Моцарт, безусловно, и Транс, безусловно, и Шуман и Шопен, безусловно, и Лист, конечно, тоже. Ну, в общем, все, что возможно. Что бы вы пожелали нашим ребятам в дальнейшем? Стремиться все делать лучше, но тоже и быть действительно заинтересованными в том, что делаешь, и думать. Не учить формально, а в общем больше вдумываться в то, что делаешь, слушать концерты, слушать записи настоящих музыкантов, любить свою профессию, любить играть и все время стараться идти вперед. Спасибо большое. С нами был Борис Борисович Бехтерев. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.